вернулись с победами. На чемпионате Молдовы по грэпплингу 9 борцов из Гагаузии добились 6 золотых, 1 серебряной и 2 бронзовых медалей. О результатах, соперниках и будущих планах рассказывают сами спортсмены. Я по грэпплингу выступаю первый раз и сразу такой турнир, чемпионат Молдовы, и одержал победу. Да, свои ожидания, конечно же, оправдал. Проехал я только за золотом, но я не думал и не ожидал, что будет настолько тяжело, как пришлось на самом деле. Думаю, что в дальнейшем шансы показать себя у меня неплохие, и будем просто готовиться, тренироваться и показывать на все, что мы способны. Всегда есть к чему стремиться, на перспективу себе поставил большие цели и доработать свои недостатки, доработать свои плохие моменты и вернуться опять же на следующий год к этим же соревнованиям в лучшей форме. Опыт и дисциплина – это является основополагающим нашего вида спорта и, в общем, любой сферы. Для меня это был в первую очередь отличный опыт. Я взял 3-е место, но это стремление победе, может, к первому месту. Ну, я считаю, то, что команда показала в первую очередь колоссальную работу. Я занимаюсь для себя, в первую очередь вот Александр Романов, когда нас тренировал, я захотел тоже поучаствовать, проверить свои силы, свой опыт и вот результат. Один из участников команды за 3 дня до соревнований получил травму коллатеральной связки. 1,5 года назад травма лишила его возможности готовиться к профессиональному бою по ММА. Но в этот раз спортсмен решил идти до конца. По итогу завоевал серебро. Готовились к этому чемпионату, поэтому не могли дать заднее. Своего соперника, парень хорош, что сказать, но повезло. Ему повезло. Был в идеальной форме вообще, 100% вообще физически, психологически. Но это вот это вот меня выбило чуть-чуть из колеи, но вот работа вот здесь помогла. Каждый участник команды отметил значимый и ценный вклад тренера Александра Романова, который наравне с ними участвует в турнирах. Сам тренер говорит, что год у его воспитанников был очень результативный, и впереди их ждет еще целый ряд турниров, на которых они должны доказать свои успехи. Я хочу сказать, что наши ребята показали себя с наилучшей стороны, потому что те схватки, которые они показывали, ту техническую подготовленность и, самое главное, характер, это было отмечено практически всеми специалистами, всеми моими коллегами из Кишинева. Я считаю, что это очень хороший результат, и ребятам есть над чем еще работать. Думаю, каждый из них вернется в зал и будет работать в 2 раза усердней. Александр Романов активно продвигает в Гагаузии спортивное единоборство. За свою тренерскую карьеру он уже успел поработать более чем с 500 спортсменами. Основным правилом их бойцовского клуба он назвал: «Чемпионом можешь ты не стать, но человеком быть обязан».